Рекламная служба Нижнего Новгорода демонтировала рекламный баннер на фасаде завода «Термаль». Полотно площадью более 1000 квадратных метров появилось на окнах предприятия в конце 2012 года, хотя разрешения горадминистрации на это не было. Однако несовершенство российского законодательства позволило собственнику здания в течение 1,5 лет продавать столь внушительные рекламные площади. Сам факт незаконного размещения рекламы, а также там извлечение незаконным образом дохода владельцам конструкции осуществляется уже там довольно длительный период. К сожалению, пока идут суды, мы не можем принять каких-то действенных мер по демонтажу. 2 года назад руководство завода пыталось получить разрешение на возведение рекламной конструкции. Однако департамент градостроительного развития ответил отказом. Причин сразу несколько. Это и несоответствие генплану города, и превышение максимально допустимых размеров плаката. Но главное – нарушение внешнего облика сложившейся застройки. Юристы «Термали» в течение 1,5 лет пытались доказать в суде, что рекламное панно не нарушает эстетический облик города. И хотя областной и апелляционные суды встали на сторону департамента, городской бюджет все равно остался в проигрыше. Работы по демонтажу оплачивает нижегородская казна. Впрочем, у администрации еще есть шанс компенсировать убытки. Рекламной деятельностью «Термаля» заинтересовалась прокуратура. Ким Андреев, Илья Федулов, Горький ТВ.